Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. Тема нашої прес-конференції наступна. Проєкт у філармонії імені Когана «Ефект Моцарта» виповнюється 10 років. Новітково проєкт «Ефект Моцарта» – це оригінальні інтерактивні концерти класики для дітей у філармонію. Про це вже докладніше нам розповість Леся Рожкова, авторка та виконавиця інтерактивних концертів класичної музики для дітей «Ефекту Моцарта», та Віталій Рожков, автор та виконавець інтерактивних концертів класичної музики для дітей «Ефекту Моцарта». Лесю, Віталію, вітаю вас. Здравствуйте. Пані Леся, почнемо з вас. Розказуйте, що це таке за унікальний проєкт, якому вже 10 років, і наскільки він популярний у Дніпрі? Здравствуйте всем. Да, мы уже в этом году празднуем 10 лет проекту. 10 лет назад мы начинали концерты как такие камерные концерты для взрослых. Но на первый концерт прибежал ребеночек и начал бегать. Мы проводили в художественном музее. И он начал бегать везде по залам. И мы подумали, так почему бы нам не сделать для детей интерактивные концерты? То есть им давать музыку, им их просвещать, можно сказать, да? То есть дать им возможность посещать концерты, потому что всегда на концертах, ну, во-первых, не разрешено детям там до 7 лет, скажем так, да, раньше было, нельзя было находиться, потому что они шумели, им говорили «тише, тише». А мы подумали, нужно сделать по-другому, нужно было, чтобы интересно было именно детям, и мы делали концерты именно для детей. И вот этим концертам уже 10 лет, но раньше у нас формат был только такой не сидячий, а можно сказать, для ползающих детей, для самых малышей, для самых маленьких. И мы это делали в пространстве свободном. Они свободно слушали, они свободно передвигались, а мы им играли, рассказывали много, вот родители чуть-чуть просвещали. А сейчас в филармонии, мы впервые будем играть в филармонии, именно в зале в филармонии «Эффект Моцарта», и это будет немножко другой формат, это будет уже для более повзрослевших детей. И это будут интерактивные, сидячие интерактивы, можно сказать, да, для всех зрителей. Поэтому, к сожалению, совсем малышей вот мы не сильно вот сейчас именно приглашаем. Мы их ждем, конечно же, позже на других концертах. А сейчас будет концерт для более старших детей, где-то от 4-5 лет, но для тех детей, которые смогут усидеть на стульчиках, 45-минутный концерт, мы их, конечно же, будем уже вот развлекать, скажем так, интерактивами в процессе концерта со сцены, с большой. Пане Виталий, вам слово. Ну, я хочу сказать, что 10 лет назад мы начали эти концерты, но не так все просто оно было, что мы резко нашли этот формат. Это все было постепенно, поступенно. Мы все свои пьесы, которые играем, мы апробируем на детях. Отбираем, смотрим, что им нравится, что им не нравится, пытаемся подобрать, конечно же, самое лучшее. И в этом концерте, который будет 12 декабря в 12 часов, мы собрали все самое лучшее за 10 лет и хотели бы показать, Леся правильно сказала, уже более взрослым детям, от 7 лет у нас будет концерт для тех, кому уже, ну, более 7 лет. Вот. На наших концертах они активно участвуют, выполняют всевозможные задания. Леся изготавливает практически на каждый концерт какие-то новые развлекательные, дидактический материал, можно сказать. Вот. Я играю на различных музыкальных инструментах, и на этом концерте будет тоже, я буду играть на флейте, на кларнете, на саксофоне. Вот. Ну, я думаю, будет хорошо, потому что многим, очень многим родителям нравятся наши концерты, и они уже ведут своих деток более младших, и проходит это 10 лет. Мне кажется, наши концерты нравятся. Пані Лесі, ви казали, що інтерактивні концерти, вони не нудні. Да. Расскажите про это дальше. Да, ну потому что мы любим иногда даже пошутить на концертах. Мамам иногда, да, это очень нравится, когда с ними общаются, с мамами общаются, с детьми общаются. То есть это непосредственно вот такой диалог, импровизация на концертах. Дети вот что-то могут сказать или как-то выразить свои эмоции, мы подхватываем эту идею. То есть у нас постоянно какой-то идет диалог постоянный. Ну и, соответственно, да, как Виталик сказал,
зал, я делаю разный реквизит, мы постоянно вот чем-то удивляем. Например, на осеннем концерте у нас были концерты, посвящены осени, я сделала большие такие огромные маракасы в виде грибов. То есть они были, да, связанные такие огромные грибы, но они еще и шуршали, то есть такие маракасы-грибы, и детям это очень понравилось, они с удовольствием шумели. Это у нас такой бывает иногда номер, шумовой оркестр, где мы все играем, все шумим, можно делать все, что хотите, именно играть, то есть выражать свои эмоции. Это обычно финальное у нас такое произведение, когда дети выражают свои эмоции и уже играют громко и получают наслаждение от этого шума. Да, это и есть шумовой оркестр, от него не деться, но дети так выплескивают свою энергию, им нужно это делать. И вот, вот такие реквизитные моменты многим вот нравятся, какие-то новые, да, что-то я придумываю новое, что-то... Но все это с классической музыкой, да, я хочу сказать. Все под классическую. Мы играем в основном классическую музыку, иногда, очень редко, какую-нибудь популярную мелодию, которая у всех на слуху, но в основном это, конечно же, Штраус, в основном это Брамс, это Моцарт, конечно, потому что нас называют эффект Моцарта, вот, ну, ориентируемся на классическую музыку и пытаемся донести родителям и детям, что классическая музыка это не так сложно, как кажется, мы учим слушать ее, учим слышать, что происходит в классической музыке, и они вместе с нами участвуют в нашем исполнении. Яких виконавців діти найбільше полюбляють, приймають? Виконавців каких полюбляють? Композиторов, если вы имеете в виду. Вы знаете, нет такого особой любви к какому-то композитору. Есть определенные стили музыки. Вот дети любят программную музыку. Вот, например, программная – это как, когда заложена какая-то программа, когда идея. Есть какая-то идея, есть даже вот какое-то элементарное название. Например, Сен-Санс написал цикл «Карнавал животных», и он, там у него есть слон, например, да, и мы слышим этого слона в музыке. Как он танцует. Как он именно танцует. И вот мы показываем, как же там танец для слона, мы показываем, как же он может танцевать, и они вместе с нами там качаются, как слоны большие. Вот, ну, а это у Сен-Санса все показано в музыке. Ну, и мы рассказываем о том, что музыка – это та же живопись, только нужно картины свои представить. Ну, и даем направление, о чем думать, о чем мыслить. Ну, вот так это. Да, поэтому любят дети яркие какие-то номера, произведения, которые можно представить и увидеть. Да, ну плюс еще мы их одеваем, там, если это лебедь Сен-Санса, у нас есть такие лебедя красивые. Да, лебеди, короны лебедей, мы на них одеваем, они просто перевоплощаются, и сразу же это у них вот образ, я лебедь. То есть они слышат, видят, ну и это получается, как уже запоминают, вот так. Якщо чесно, така наразі вийшла в нас в праці Андрій атмосфера. Ви дуже надихаєте, і видно, що це справа всього вашого життя, і ви це дуже любите. Да, на самом деле. Да, мы где-то в душе, наверное, мы еще остались детьми и воплощаем эти. Всю жизнь, можно сказать. Я с 6 лет хожу в музыкальную школу. Мама у меня музыкант, поэтому, ну, все это. Чому це важливо? Чому важливо дітям прививати любов до класичної музики? Ну, я не хочу говорить о том, что ученые доказали, что музыка классическая делает детей умнее. Мы заметили то, что классическая музыка делает детей добрыми. То есть они улыбаются, они понимают, что такое доброта. И заметили, что это именно из-за классической музыки, из-за классической живописи, классическая литература. Если их это окружить, то дети будут, конечно же, добрее. Мы в это верим, мы об этом говорим родителям постоянно. Ну, и в это свято верим, можно сказать. Не, ну, на самом деле музыка трогает такие глубины души. И ребенок, который слышит, например, в первый раз, привели даже, он не пришел, его привели, посадили на концерт, он еще маленький, может даже ходить не умеет. Он сидит с открытым ртом, с широко раскрытыми глазами и слушает эти звуки, он воспринимает это по-своему, он как бы впитывает. Многие мамы не узнают своих детей на концертах. Как он может сидеть и слушать? А вот такое бывает, да? Да, да. То есть это такое маленькое зернышко любви к музыке, любви вот к гармонии, красоте, вот, которая, ну, да, дает зарождать. Даже Ростропович, когда-то вот говорил, что музыканты
Музыка – это чудо, а музыканты – это, скажи, если вот… волшебники. Да, волшебники. То есть, ну, погоджуюся. Власне, пані Леся, ви говорили, що у вас в рамках цього проєкту є гуртки для дітей. Да. Расскажите про це. У нас, когда мы начинали на концерты играть, все воспринимали это как занятие. Скажите, когда у вас будет следующее занятие? Я говорю, это видно, вы за концерт говорите. Потому что воспринимали нас, как вот мы говорили какие-то интересности, что-то рассказывали. И нас воспринимали как занятие, не как концерты. И после этого начали говорить, а когда же будут занятия, когда же будет вот что-то еще глубже. И после этого я задумалась, почему бы и нет, нужно сделать что-то действительно для детей еще углубленнее материал, то есть родились так именно занятия. И получились это логарифмические занятия с песенками, на развитие чувства ритма. То есть мы там полностью погружаемся в музыку, развиваем чувство ритма, учимся петь вот понемножку, по чуть-чуть. И вот, собственно, с таких занятий и родилась вот даже моя методичка, годовый курс. Покажите, покажите ее прямо на камеру. Коски, бабубики, так вот так, кларнет. Так вот вище, покажите ее трохи. Да, это такий курс. Річний курс, і ми как бы на заняттях з дітьми його проходимо. Це в такій непринужденій формі, ігровій формі. Діти учать і нотки, вот нотки, і це ламінірувані карточки, на них вони можуть рисувати, стирати, тобто маркером ми починаємо учимося, тобто і навіть руку розробляємо, да, якщо це маленькі дітки. Ми учимося писати нотку дуже, да? Потім витираємо її. И нотки – это же на самом деле такое очень абстрактное понятие, как детям известно, что такое нота. И поэтому я даю ноту в виде следов кота кларнета. У нас есть свои герои, героиня Бабубийка, вот, которая играет на рояле, и кот кларнет. Ну, вы понимаете, да, откуда произошли герои, родились. И вот кот кларнет оставил свои следы, и мы… По ним учимся различать длинные ноты или короткие. И потом уже детям легче воспринимать понятия, сами понятия нот. Плюс название нот у тебя в игровой форме, там рексы, там это ре. Там, да, да. На каждую песенку свой вот, да, герой и своя такая жанровая песенка. Рекс у нас мексиканец, у него заводная мелодия, мы поем ча-ча-ча. Ля у нас лягушонок Вуаля, он француз, утонченный, и мы поем даже немножко по-французски пару нот. Вуаля, вуаля, это его зовут так. Ну вот в такой игровой форме родилась такая методичка для вот совсем малышей, мы даже начинаем с 2 лет. Изучают ноты, изучают длительности, все в игровой форме. И это называется сказки, потому что да, это сказочные герои, и все происходит вот в такой сказочной атмосфере и преподнесено с элементами сказки. Як потрапити на ваші концерти та гурток? Да, мы даем анонсы в соцсетях, вы можете найти нас в Фейсбуке «Леся Рожкова, эффект Моцарта», либо в Инстаграме «Леся Моцарт», это я так сократила, я. И также вот приходите обязательно в воскресенье в филармонию, где будет у нас юбилейный наш ко дню. В 12 часов. В 12 декабря, 12-12 в 12 часов. Юбилейный концерт «Эффект Моцарта». Будем всех рады видеть, конечно. Ждем. Скоро Новый рік. Чи, може, щось плануєте на Новый рік в рамках проєкту цього? Ну, чи після Нового року, на Різдво? У нас, да, у нас проходит в наших как раз группах по музыкальной азбуке, вот эти, именно эти занятия, будет проходить новогодний утренник с эффектом Моцарта и с героями Бабубика и кот кларнет. Поэтому вот, да, у нас все связано, переплетается: эффект Моцарта, музыкальная азбука, Бабубика, все переплетается, и будет новогодний утренник обязательно. Да, ну, а год назад, 2 года назад, когда не было еще карантинных ограничений, мы играли концерты, конечно же, к Новому году, играли концерты к Рождеству, играли, конечно же, Чайковский, Щелкунчик, это все было на наших концертах, где дети также интерактивно слушали классическую музыку. Ну, в этом году мы еще не планировали, вот, можно сказать. Да, к сожалению, карантин немножко вносит свои коррективы. Как карантин вплинув на вашу творчесть? Кілька
Вся наша концертная деятельность остановилась в один день. То есть у нас были запланированы концерты, их было много, до 60 наперед запланировано. И с тем, что ввели карантин, ограничения на концертную деятельность, они все отменились в один день. Вот. Як зараз? А сейчас это только какие-то дни рождения нас зовут как концертами, мы играем, или там частные детские садики, вот где родители хотят нас видеть. Ну, то есть, да, такой концертной деятельности, которая у нас была, сейчас ее нету. Жодная підтримка від держави, я правильно розумію? Государство сейчас не разрешает проводить мероприятия массовые в садиках. Мы играли в садиках. И в садиках, и в клубах, и в галереях мы играли, организовывали вот свои концерты. То есть сейчас, к сожалению, мы этого не можем делать. Як багато дітлахів може ходити до вас на гурток? По большому счету, наши концерты, они камерные. И мы себя комфортно чувствуем, и дети до 20 человек. Вот. Они когда, 20 детей, это плюс еще там 20 родителей, это наше комфортное количество людей. Ну, конечно же, если место, пространство позволяет детям разместиться тоже комфортно и с каким-то промежутком на дистанции держать. Но это наши обычные концерты. А филармония у нас будет немножко необычная. У нас уже будет для более старших детей, которые могут усидеть, которые уже не будут бегать, не будут сильно кричать, можно сказать, потому что они же по-своему все выражают эти эмоции. Просто родителям кажется, что он шумит, а на самом деле это его эмоции, как же его можно выключить? Ну, то есть ребенок так он воспринимает музыку, конечно же, да. И поэтому для нас это неудивительно. Мы любим играть для детей, они вообще непредсказуемые, и так он смотрит на музыку, так он ее слышит. И это здорово, нам это нравится. Ну, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет возможности, так как раньше. Вот мы садили в детском саду, у нас сидели группы детей огромные, и они так воспринимают музыку, как никто. Ну, то есть взрослые уже так не слышат музыку, как дети. Говорити про якийсь онлайн-формат немає сенсу, правильно? Нет, потому что у нас же контакт, у нас же с ними контакт. Мы все вот непосредственно каждую пьесу, мы с ними общаемся, мы что-то подсказываем, помогаем. Спрашиваем что-то, До речі, скільки вашим слухачу, так би мовити, найменше років, мінімальний? К нам приносили полугодовалих младенців, яких приносили на руках, садили, вони концерти. Ні, родителям... Наши концерты, они для детей, но много интересного мы рассказываем о музыке и для взрослых, потому что многие мамы говорят, мы приходим послушать что-то новенькое, я рассказываю о Вивальде, о Моцарте, какую-то элементарную музыкальную литературу у нас проходит. О музыкальных инструментах я показываю, играю, бас-кларнет, где его можно увидеть? У нас на концерте можно увидеть бас-кларнет или саксофон. А самое интересное, не только увидеть, но еще и потрогать. Еще услышать, подойти, потрогать, посмотреть внутрь, из чего он состоит, это все можно на концерте у нас, да. Поэтому это такой живой, очень семейные концерты, к нам приходят с семьями, и есть папы, вводят своих детей уже следующих, и поэтому... Они как они говорят, лучше они придут на концерт, что-то услышат, что-то полезное узнают, чем будут сидеть перед мультиками, например. Час мультик смотреть, поэтому... С цього приводу я з вами абсолютно згодна. Чи будуть питання? Питань немає. На жаль, ефірний час у нас закінчився так швидко. Я вам дякую, що сьогодні до нас завітали. Спасибо. Я нагадую, що в наших гостях була Леся Рожкова, авторка та виконавиця інтерактивних концертів класичної музики для дітей «Ефект Моцарта», та Віталій Рожков, автор та виконавець інтерактивних концертів класичної музики для дітей «Ефект Моцарта». Говорили про те, що так проєкт філармонії імені Когана «Ефект Моцарта» виповнюється 10 років. З вами була Анна Гробенчук. Дякую за увагу.